Ну вот я и в Москве. Теперь меня ждет новая жизнь и работа моей мечты. Ксюша приехала в Москву, чтобы исполнить свою мечту. Лет 5 поработаю управляющей, наберусь опыта, накоплю денег, возьму пару кредитов и открою свой первый отель. Ноги красивые. И сверху нормально. Ладно, работай. Лев Федотов – самый эпатажный хозяин отеля. Мне нужен персонал с мозгами, а не болванчики, которые умеют только головой кивать. Ясно? София Яновна, дженерал-менеджер, любимица льва. Соня, что вы делаете в моей постели? Извините, пожалуйста. Мне нравится настоящая женщина. У нее грудь маленькая, но она не комплексует. Задайте жару! Михаил, жених и помощник Софии. Вызывала. А это вы что? Оригинальный у тебя дресс-код для совещания. Лев меня уволит, и София у меня уйдет. Сеня, шеф-повар ресторана. Рому, императору кухни. Федя, тоже шеф-повар ресторана. Я шеф, но только я Федя. А вы сказали, чтоб был Сеня. Ну я же говорю, вы ошиблись. Так, хорэ грузить. Кто из вас шеф? Я? Костя, бармен, миллионер, плейбой. Может, ты себе работу для души найдешь? Ну, не ради денег. Чем ты всегда мечтал заниматься? Я хотел, чтобы было много денег и ничего не делать. Сбылось. Настя, высокоорганизованный директор ресторана. Я от своей работы кайфую, понимаешь? Мне нравится ответственность. Я люблю все контролировать, держать в голове тысячи мелочей. Слушай, ты случайно сейчас не должна быть на планерке? Павел, совладелец отеля, по совместительству бабник. А угадай, что это за красавчик, которого уже выдал его сербский акцент. Леша, портье, парень Ксюши. Очень рад вас приветствовать в отеле Гранд Лион. Тут в номере очень холодно. Не могли бы вы сделать так, чтобы стало потеплее? Че думаешь, надела сексуальное белье и все, я поплыл? На этот раз правильно думаешь. И, конечно, изюминка любого хорошего отеля – его гости. Гранд – отель, который стоит посмотреть.